У нас сегодня последний день марафона. Я еще раз поздравляю каждого из вас, каждую из вас с тем, что вы дошли до конца. И те, кто дошел до конца, могут воспользоваться возможностью получить призы. Я после медитации даже немножко забыла, что за призы. Первое, что я вам дарю, это возможность приобрести курс в течение этой недели. Ну, есть еще неделя, да, 7 дней. Курс по осознанным сновидениям со скидкой 20%. Это довольно большая скидка, почти 1000 рублей получается на курс. Курс очень хороший, очень сильный. Те, кто проходил его, дают обратную связь, то, что получилось выйти в осознанное сновидение очень быстро. Кто-то смог за 2 недели выйти, кто-то, пишешь, Римочка, да, было здорово, да. Кто-то за месяц. И, собственно, вот то, что выходит в осознанное сновидение, это получается делать регулярно. Очень много целей, зачем осознанные сновидения нужны. Можно, конечно, поиграться, выйти, создать свои миры, хулиганить, что-то поделать. Но я предлагаю все-таки более разумную, осознанную практику выхода в осознанное сновидение, чтобы выполнять определенные занятия, задания, намерения. То есть работа с намерением. Можно заниматься также целительством в осознанных сновидениях, также делать рейки, и энергия идет по-другому. Энергия намного сильнее, и очень много приходит осознаний по поводу, как исцелиться лучше. То есть такие прям очень точные рекомендации для физической реальности, как кому-то помочь. То есть осознанные сновидения, их можно использовать как духовную практику. И, например, на Тибете есть даже тибетская йога сна и сновидений. И про это я тоже рассказываю в этом курсе. В последних занятиях этого курса я даю практику тибетской йоги сна. Для них это вообще как еще один шаг, как можно выйти в растворение ясного белого света, как можно соединиться с первоисточником, просветлеть. И эта практика у них такая очень распространенная и очень глубокая. Для меня осознанное сновидение — это как еще одна возможность прожить эту жизнь более глубоко, более качественно. Я действительно рекомендую этот курс и возможность. Скажем, сама по себе стоимость, она не очень высокая. Это стоимость, которая была еще 2014 или 2015 года, когда этот курс записывался. И сейчас еще от этой стоимости отнимается 20%. И можно приобрести этот курс за стоимость 3600 рублей. 3600 рублей. То есть за 15 часов занятий, где много техник, много практик, нет никакой воды, все по существу. Можно такой курс приобрести, потом вы можете также обращаться ко мне, если какие-то будут вопросы, задавать их, то есть я вас могу продолжать вести без того, чтобы исчезнуть. То есть по практикам я могу отвечать на ваши вопросы. Это первое предложение, да, оно действует неделю, это первый приз. Второй приз — это скидка на обучение второй ступени рейки. Завтра у нас состоится обучение, еще есть свободные места, группа у нас уже сформирована, но я еще могу взять 4 человека, как максимум, вот, лучше, конечно, 2. Вот, очень важна четность группы, так что если есть такое желание обучиться второй ступени рейки завтра, это предложение распространяется только на завтра, на завтрашнюю группу, то вы можете сделать это с 10% скидкой для тех, у кого есть первая ступень. У кого уже есть вторая ступень, и кто проходил обучение не у меня, а у других мастеров, но есть желание продолжить той традиции рейки, которой преподаю я, в японской традиции, традиции буддийских монахов,
то вы можете подключиться к этому обучению завтра со скидкой в 30%. Организационный взнос платить вам не надо. Ни тем, кто с первой ступени, ни тем, кто со второй ступени. Обычно у нас есть еще организационный взнос, здесь его платить не надо. То есть, если кто-то хочет воспользоваться этим призом, вы напишите мне, пожалуйста, об этом сегодня. Угу. Ну или самое крайнее, это завтра, ну, до 8 утра. И третий приз – это дистанционный курс, дистанционный сеанс рейки для каждого из вас, плюс для ваших близких, для одного вашего близкого, кому действительно нужна помощь, и кто разрешит сделать ему сеанс рейки. Кто знает, что такое рейки, если не знает, вы можете ему рассказать, кто будет готов принять завтра сеанс рейки. Если таких нет близких, то значит только для вас будет сеанс. И это предложение распространяется только для тех, кто выполнил до конца условия марафона, то есть сегодняшний день. Сегодня у нас еще есть занятие, задание, да, до конца этого дня нужно будет написать все отчеты, итоги подвести. То есть, если вы это все заполните, то завтра вы получите сеанс. Сеанс я буду проводить во время обучения, то есть у нас будет практика передачи рейки дистанционно, на расстоянии. Все мои ученики будут этим заниматься. Я буду заниматься тоже. Я буду передавать дистанционный сеанс рейки вам. Время приблизительно это будет до обеда. Примерно где-то час дня. В районе с часу до двух. Ну, где-то все-таки к часу ближе. Вот. Поэтому я это напишу тоже в чате, в личном кабинете, что в такое-то время или ближе к такому-то времени будьте готовы, будет передача сеанса. Что нужно будет сделать вам в это время? Ну, или примерно в это время. В принципе, даже если вы будете в пути в дороге, вы тоже получите рейки. Ничего страшного в этом нет. Но чтобы вы могли еще прочувствовать эффект от этого сеанса и углубиться в него, углубиться-то, то есть совсем расслабиться, может быть, даже заснуть, желательно принять горизонтальную или вертикальную позу, лучше горизонтальную, просто лечь с закрытыми глазами, можно сказать, я принимаю сеанс рейки от Ольги Носиковой, и все, и отдаться этому процессу. Просто вы лежите, расслаблены, ручки, ножки не перекрещены, просто лежите и принимайте сеанс. Он будет длиться около 20 минут, сам сеанс, и если будет возможность еще полежать дополнительные 20 минут, будет тоже замечательно. То есть 20 минут вы принимаете рейки, 20 минут вы еще продолжаете лежать, потому что рейки идет дальше, проходит этот сеанс, он доходит. То есть всего займет это около 40 минут. И если у вас есть желание получить этот приз, напишите, пожалуйста, в личном кабинете под объявлением, где перечислены призы, свое имя, фамилию, можно добавить отчество, напишите город, в котором вы находитесь, и можете добавить запрос. Зачем этот сеанс? Для чего этот сеанс? Любой может быть запрос. Как формулировать запросы? Вы знаете, вы проходили уже вебинар по силе намерения, как формулируется запрос у нас было в первом дне нашего марафона. Можете пересмотреть, если есть какое-то сомнение, можете взять запросом тот запрос, который вы сформулировали в начале марафона. И у ваших близких, если вы берете одного близкого, которому нужна помощь, тоже спрашивайте, что он хочет, и формулируйте с ним запрос. То есть вы ему помогаете сформулировать запрос четко. И это все пишите в комментариях. Вот. Завтра в 8 утра я все это перепишу, и выйти в чат я смогу только ближе ко времени, когда буду передавать сеанс, чтобы вам написать, что сейчас будет передача сеанса. Вот, поэтому желательно написать это завтра, ну, к завтрашнему дню до 8 утра, либо сегодня пишите. Ну что же, друзья, буду тогда прощаться.
Мне было очень приятно вести этот марафон. Мне было очень приятно читать ваши комментарии. Я вместе с вами радовалась успехам, друг, скажем, вашим успехам и успехам, что вы радовались успехам других людей. Я видела ваши отклики на комментарии ваших коллег, ваших сокурсников. Это было очень приятно. Я видела, как вы вдохновляетесь практикой друг другу. Я очень надеюсь, что вы между собой познакомитесь. Если вы живете в одном городе, вы можете встречаться, делать круги рейки, совместные круги, обмениваться сеансами. Это будет вообще замечательно. У нас в Истре тоже проводятся круги рейки. Можете зайти на мой сайт www.psihealing.ru в расписание и следить, когда происходят круги рейки. Я вас жду, вы можете приезжать, приходить. Будем делать практику рейки вместе. Друзья, благодарю вас еще раз. Риммочка пишет: Олечка, мы будем ждать вновь марафон, и я буду скучать. Да, я тоже буду по вам, ребятки, скучать. Давайте, всего вам доброго. Пока.